să vorbim pe safety. Ce? E gură pe safety. Ah, da. Не хуя этот жует. Ты хочешь так ебану? И ступеньки разные, сложные. Блять, вот ты сумасшедший. Ебаный в рот. Весело. Нахуй тебе ты обоссался. Весело. Нихуя себе весело. Блять, ну это пиздец. Ну ты в натуре отчаянный. Да чё отчаянный? Это лучше это, перед трамваем нахуй, ебани. Уснул он нахуй на рельс, еблять. Да. Ноги перехуячил он нахуй. Там бабы жирные, ну а я не знаю, там то ли, блядь, сама не вижу, на черемушках её нахуй. Ноги отпилили, я, блядь, лежал нахуй там в больнице. Привезли, блядь. А у неё, короче, кровотечение хуй. У хули, блядь, у неё же колёса нахуй, трамвай, блядь, ёбаный в рот. А хули эти кости распилил, блядь, и точно, ну, забил. И часов 6 нахуй, прикинь, нахуй, эту хуйню вымораживали. Вытаскивали вот эту хуйню, блядь. И все, бабы нахуй на всю жизнь, блядь. Без колес осталось, без педалей, нахуй. Блядь, братан, не вздумай, нахуй. Вон, самокатчиков, ебаный здесь, нахуй. Блядь, ты в натуре рецидивист какой-то. Бля, лестница весела. Да ну нахуй, нахуй тебе надо. Ты экстрим ее любишь. Ну типа того. Ебать его, урод. Ладно, счастливо, попробую еще разок, получится, не получится. Да ты брось нахуй. Стою посреди Томи, только что переехал. У нас отличные буранки, промерзли. Можно кататься в любую сторону практически. Вот сегодня поеду в район деревни Юшта. Там затон, стоят баржи. Хочу среди них прокатиться. Еще разок в прошлый раз плохо снял. А потом доеду до речпорта и обратно. Начало видео, надеюсь, вам понравилось. Это лестница такая сложненькая у нас. Ну, получилось съехать, но это уже хорошо. Я очень доволен собой. Она страшная, доволен.
вот я добрался до барж. Сейчас прокачусь, здесь вроде получится. И поеду к порту и домой.